Пройтись по парку уже может каждый желающий, как и по набережной Головинского канала на территории бывшей промзоны Братцева. Были опасные берега, был мусор, сборный железобетон, сделаны габионы, запустились сюда рыб и раки. Посмотреть, где раки зимуют, да и вообще обитают, приходят на набережную жители сразу нескольких районов – Войковского, Головинского и Левобережного. Здесь можно и отдохнуть, и стать ближе к природе, тут же посмотреть на коз, кроликов или кур. Территория промзоны Братцева сегодня самое настоящее место притяжения не только для жителей, но и для ученых, архитекторов, разработчиков и производителей, для которых здесь возвели большой технопарк. Главная функция – это промышленно-научно-производственная, с полигонами, с испытательными стендами. Организовано 1500 рабочих мест. Для промышленности, для ученых, для лаборатории созданы качественные условия жизни на работе. В этих стенах рождаются строительные инновации, а рядом испытательный полигон под открытым небом. На этих фасадах, больше похожих на декорации Мосфильма, проверку на прочность. Вот уже год проходят новейшие облицовочные материалы. Композиты бетоны, которые с расстояния 2 метров нельзя будет отличить натуральные камни. Но цена во много раз дешевле.